على هذا يلبي إلى أن يصل إلى مكة. Продолжает делать тальбию, пока не доберется до Мекки. إذا وصل إلى مكة. Если он добрался до Мекки. أفضل شيء أنه يبدأ مباشرة بالعمرة يدخل إلى الحرم. Лучше всего первое, с чего начать в Мекке, это зайти в мечеть Харам и начать совершать умру. لكن لا بأس إن ذهب إلى الفندق وضع الأغراض أراد يستريح لا إشكال في هذا. И нету проблем, конечно, если он пойдет в гостиницу, отнесет свои сумки, отдохнет немножко, проблем в этом нет. نعم أراد أن يغتسل. Если он хочет искупаться, أراد أن يغير الإحرام بإحرام آخر لا إشكال. Захочет, если поменять свой храм на другой храм, проблем нет. لكن يمتنع عليه أن يغطي الرأس يغطي الوجه. Однако при этом должен быть осторожен, не должен ни в коем случае закрывать свое лицо и свою голову. لا مانع أن يحمل الأغراض على رأسي مثلا حقيبة أو كذا. Нет проблем в том, что если он будет нести что-то на своей голове, то есть не использовать как головной убор, а, например, чемодан на голову положил для того, чтобы нести его. يحك الرأس يحك اللحية. Имеет право чесать свою голову, свою бороду, проблем в этом нет. يلبس النظارة. Одевать очки, проблем нет. يلبس الحزام. Одевать ремень, проблем нет. أكرمك الله النعلين أي نعلين لا إشكال المهم بس الجزمة. Одевать любые сандалии, какие бы они были. Самое важное не одевать туфли. نعم. فهو يكثر من التلبية قدر ما يقدر. И делать как можно больше тальбии, насколько это только возможно. نعم. أول ما يبدأ يدخل إلى الحرم. И первое, с чего он должен начинать, это войти в мечеть Аль-Харам. يقدم الرجل اليمنى. Заходить с правой ноги. نعم. ويقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واليسرى عند الخروج. И говорить тот дуа, который говорил пророк саллаллаху алейхи ва саллям при входе в мечеть, и говорить, когда будет выходить, тот дуа, который говорил пророк саллаллаху алейхи ва саллям при выходе из мечети. المسجد الحرام كبقية المساجد تحية البيت الحرام كتحية بقية المساجد ركعتين. Когда человек входит в мечеть Харам, она подобна этой мечеть всем другим мечетям, точно так же, как в любую мечеть. Если мы войдем, мы считаем два раката приветствия мечети, то